Вот я и вернулась через год в парк Лага. Теперь это будет вечерний парк. Здесь какое-то умопомрачительное шоу обещают. Так, а что-то чашек нет. Наверное, с другой стороны подъехали, что ли, я не могу понять. Ладно, сейчас посмотрим. Наверное, напротив храма заехали сразу, что ли. Музыкальный фонтан, в общем, что-то будет, какое-то шоу. Посмотрим, что они за год здесь сделали. А, вон они, чашки. Вон они, чашки. Я до входа еще не дошла. Посмотрим. Народу тут всегда дуром. Хоть летом, хоть зимой. Хоть весной. Хоть осенью. Продолжение следует...